Всем привет! В этом видео я буду делать мыло в форме маленькой чашечки. Эта форма идет двойная в наборе с блюдцем. Буду использовать коричневый пигмент, отдушку горячий шоколад, а также белую и прозрачную мыльную основу. Я разогрела белую мыльную основу, добавляю отдушку. Сбрызну ручку от чашки спиртом, скрепляю форму резиночкой и заливаю мыльную основу. До половины простучу и заполню до конца. Также заливаю блюдце. Мыло застыло, давайте достанем его из формы. С блюдцем все просто. А вот все чашечки, бокальчики вытащить из формы практически невозможно. И сейчас я покажу, что я делаю. Выворачиваю форму. Вот сейчас я ее не вытащу, действительно. Чуть-чуть отодвигаю силикон, чтобы попал спирт. Брызгаю спиртом. И теперь чашка соскакивает сама. Ну вот такая она получается, маленькая, миниатюрная. Некрасивый шовчик можно немножко подровнять зубочисткой. Теперь внутри я немножечко тоже процарапаю. Совсем чуть-чуть. И разогрею прозрачную мыльную основу. Основу разогрела. Добавляю коричневый пигмент. И отдушку. Сбрызгиваю форму спиртом и выливаю такое себе какао. Все, верхушку я спиртом не сбрызгиваю для того, чтобы остался такой эффект пенки. Так и оставляю мыло застывать. Ну и для того, чтобы видео не было настолько скучным, сделаю я еще печеньку. Покупала я себе пироженки, были они в красивой коробочке, и вот такая вот была под них подставочка. Я, конечно же, как мыловар, везде все смотрю, куда что можно залить. Решила, что, возможно, будет очень даже красивая печенька. Заливать я не пробовала, ну, попробуем сейчас вместе с вами. И посмотрим, получится ли что-либо более или менее симпатичное из вот этой подложки. Сейчас Сашка будет обрабатывать это видео и скажет: маму, почему это я не видел дома таких конфеток? А нечего уходить к бабушке с дедушкой на выходных. Итак, белую основу я разогрела, буду добавлять пигмент теста. По одной капле. И смотреть на цвет. Теперь отдушку. Сбрызну спиртом и залью печеньки. А, наверное, полная. Не надо, будут слишком толстые они. И немножко осталось у меня коричневой основы от моей чашечки. Сейчас я добавлю сюда прозрачной основы и залью одно коричневое печенье. Будет такое шоколадное печенечко. Печенька моя холодная. Буду пробовать доставать его из формы. Все-таки это не форма и очень тонкий такой пластик. Вот так выглядит печенька. По сути, можно их скрепить между собой. Два вот таких печенька. И будет такой, как с прослоечкой. Но я не буду этого делать. Просто как бы такая пробная заливочка. Печеньки и чашечка с какао. Печеньки вышли больше, чем чашечка. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Всем пока!